У сквера Восточный, который находится напротив 86-й школы, сегодня особенно многолюдно. Необходимо убрать мусор и оставшуюся с осени листву. Облагораживать территорию вместе с жителями Кировского района приехали сотрудники районной администрации, департаментов и профильных ведомств. Запланировали много видов работ, но это, во-первых, подбор мусора, это раз. Подмести, убрать, опиловку деревьев провести, потому что дирекция школы обращалась с этой просьбой. Сегодня это сделаем. И, соответственно, весь мусор вывезем сразу. Те деревья, которые будут спилены, они будут здесь же переработаны. То есть после себя постараемся ничего не оставлять, а оставим только чистый нормальный сквер до следующего года, до благоустройства. Вооружившись перчатками, граблями и мусорными пакетами, к масштабной уборке подключились все желающие. В помощь людям направили специализированную технику. Это наше лицо нашего поселка. Здесь много гуляет и с детьми, и вечерами родители вот с ребятишками, со школы много детей выходит. Поэтому сегодня хотим навести здесь порядок. Большинство жителей хотят видеть свой микрорайон ухоженным, поэтому вносят свой личный вклад в благоустройство. После уборки важно поддерживать порядок. Для этого будут предприняты все необходимые меры. Работы по наведению чистоты и уюта в Кировском районе проводятся регулярно, а в ближайшее время сквер претендует на благоустройство. В 2023 году в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды с 15 апреля по 30 мая 2022 года на федеральной платформе 63 городсреда.ру пройдет голосование за объекты благоустройства 2023 года. Именно жители выбирают, какой парк или сквер будет обновлен в следующем году. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.